Сняли чужой урожай. Ночью 10 числа неизвестные приехали на огороды в районе Искателей и выкопали более 60 ведер картошки. Хозяева огорода не ожидали такой участи своего урожая и незамедлительно обратились в полицию. Хоть такие случаи в городе не редкость, полиция приняла необходимые меры. Несмотря на плохую погоду в этом году, огороды дают плоды. Хозяева ухаживали за своим урожаем, удобряли и надеялись хоть на небольшой урожай. Зоя Гамкив даже не думала, что выращенный с таким трудом картофель будет лежать не на ее столе. Воришки заметили ухоженные участки и, воспользовавшись отсутствием охраны, украли корнеплоды. Сами понимаете, что люди работают, а кто-то бездельничает, а приехали и сняли урожай. Им нужно. Свои семьи кормить. Ну, это как получается? Я просто не понимаю. Тут самое главное – душевный ущерб. Дело в том, что я сюда на огород приводил и детей своих, и внуков сейчас привожу. Когда сажаем, когда что делаем. И они набираются и знают, что картошка не на деревьях растет. Обидно. В душу наплевали. Не только мне, ну и тем, кто помогал мне. Пропажу обнаружили утром. По словам хозяев, накануне шел дождь, и когда они приехали на огород, то увидели перекопанную сухую землю. Предположили, что урожай выкопали ночью. Более 60 ведер с двух участков. Огородники написали заявление в полицию. В ту же ночь патрульные отправились по указанному в заявлении маршруту. Сотрудники полиции осуществляют патрулирование в районе участков местности с целью выявления и пресечения преступлений, предусмотренных статьей 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». По данному факту в настоящее время проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. По этому маршруту сотрудники полиции будут ездить каждый день, ведь хозяевам еще предстоит снимать урожай. Закир Вафин, Вадим Стасюк, телеканал «Север».